Так, доброе утро. Добрый день. Латвия на связи. Слушайте, мне уже надоели эти украинские все комментаторы. И украинские, не украинские, там любые. Ребята, первое, что я вам смотрю, да, скажу. Давайте так делаем. Перед тем, чтобы писать какой-то комментарий или что-то, какую-то ерунду, давайте на чистом русском. Ерунду или комментарии писать перед этим. Посмотрите мои ролики все на моем канале, на русском, про Зеленского, про коррумпанта, про ворюгу, про грешника, про того, который не кается, да, который сдает, предает свой народ туда-сюда. Ребята, ну вы потянули опять меня за больное, да? Я для вас написал, Украина погибнет вот поэтому, поэтому Путин бросит ядерную, атомную Украину, Польшу, пол Европы вместе с Китаем завоюет Америку, Латвию, всех здесь нахрен, всех нас, ну вы понимаете, да? Ну читайте, давайте пройдитесь, я вам скажу так, если любой комментатор пройдет по моим русскоязычным роликам для Украины, да, вообще, вот то, что я латыш, у меня есть на латышском каждое второе, а каждое второе на русском. Давайте сначала посмотрите, и там все ответы есть. Сейчас смотрите, у меня там клик-клик в мобильнике, там этот пи-пи-пи-пи, Gmail там отсылает, присылает, задает два вопроса, один там это, что я сейчас должен свою работу бросать и каждому бегать отвечать, что я какой-то посыльный вам, да? Как в армии там, да, там, пацан, иди сюда, бегом, ползком, да. Перед тем, чтобы там герои все посмотрели, верующие и неверующие, вы все посмотрите там, ну, короче, кто под моим роликом и там все. Давайте сначала посмотрите, я знаю, что вам, извините, рот закроется после всего этого, потому что я в всех предыдущих роликах уже все это отвечаю, а то получается так. Вы кликнули на сегодняшний, вы задаете вопрос там, туда-сюда, что Путин, что это, да? Ну, вот, пожалуйста, заходите, там сегодня тоже какие-то капелланское служение, что там, чего там, да? Вы видите, как этот бегает ваш, этот, ну, который там ваш, это самый известный, который с калашом бегает, этот ваш капеллан? Забываю все время фамилию, ну, вы должны знать. Библия против участия христианин не должен идти на войну. Посмотрите этот Canon News на английском. Посмотрите, украинец из Америки, да? Canon News. Вот, сегодня тоже как раз посмотрел пятиминутное, да? Ни одно местописание не говорит, да, что мы должны идти воевать за эту нашу отчизну или за эту вот землю, где мы живем, да? У нас небесный Иерусалим, мы здесь странники-пришельцы, туда-сюда, здесь пусть грешники воюют, там хоть лопатами, хоть кирками, да, мы не должны идти, понимаете, ни на какую эту войну, никакие там эти, бегать по траншеям с калашом и что, ну, получается, что мы что, тоже верим в Иисуса и это, одобряем тогда убийство, убивать, да, ну, Геннадий Мохненко, во-во-во-во-во, ребята, Мохненко, смотрите, он мне там тоже что-то недавно какой-то на мой комментарий что-то там ответил, я ему там что-то там тоже подкалывал его. Вот, поэтому, ребята, давайте делаем, точно договоримся так, не будьте глупцами, смотрите все мои русские эти, да, я объясняю, почему Путин бросит, почему СССР-2 в книге Откровения написано про 10 сверхдержав, да? Про 10 сверхдержав. Как Россия может быть сверхдержава? Ну как? И в мире это 151 страна, а останется 10. Куда денутся остальные? Ну Россия оккупирует там Европу, Германию, Францию, Англию, там этих всех там кирдык этим ЛГБТ, этим... пидорам, как я говорю, этим радужным, всем этим геям, да, ну, которые сейчас вот это вам, ваш Зеленский подписал что? Стамбульскую конвенцию? Пидоросня про это, ну, как это, сейчас будет бегать у вас по Киеву, и, между прочим, у нас в Риге был ЛГБТ-прайд в этом году, и украинские эти сволочи были там? Были. Ну, а что вы хотите? Ну, ребята мои, Европа, демократия... Надоело мне уже это все. Я в Латвии всем говорю, что Путин
молодец, потому что он с этими ЛГБТшками там всеми справляется прекрасно, да? И в Латвии тоже нужна диктатура. Между там путинской, между там какой-то там, ну, чеченской, и где еще в мире есть какие-то... Северную Корею, я всем задаю вопрос. Во, образец, я всем латышам говорю, Северная Корея образец. Почему? Пожалуйста, скажите, в каком году, в каком месяце у них прайд? Ну, может, латвийскую или украинскую делегацию отправим. А почему нет? Давай Северную Корею. У них, может быть, будет сейчас как раз там вот прайд, 3 дня, да? А кто знает число, да? И день, да? Понимаете, ребята, вот о чем я говорю. А мы здесь пидоросню, либерализм, эти по траншеям верующие бегают, всякую ерунду. Роман Савочка, я уже сколько, 3-4 дня ему пишу, что не пиши ерунду какую-то, эту, то, все, что он там на канале выкладывает. А это взялось откуда? Потому что он там, мы печки собираем, мы там эти деньги, мы это. Один раз я подумал, подожди, стоп, что-то, ну, не верю, что дух дьявола во мне это проговорил. Почему? Потому что, посмотрите, я сижу и думаю, так, подождите, мы сейчас украинцам печки, печенье, хавать, мавать, да, и про Бога, про Иисуса ничего. Ну, и значит, они тепленькие, сейчас погреются у буржуйки, да, там, опять Александр с Оксаной там зайдет в отдельную комнату, уединится без брака там, да, чики-пики, да, пуки. Потом Александр выйдет через недельку, он уже с другой Оксанкой, с другого села там будет чпокаться, да. Ну и вот вам, опять всякие, какие вы тут капелланы, вот как я ненавижу это. Какие капелланы? Вы посмотрите, любой ЗСУ парень татуированный, и любой говорит слава Украине и каким-то героям слава. Это все против Библии. А где есть эти ваши капелланы? Ваши капелланы не могут рот открыть против них. Потому что, ну, думаете сами почему, да? Вот, они не могут, там какой-то один капеллан, его пошлют, куда российский корабль этот послали, понимаете, ребята? Так что не говорите там капелланское, мапелланское, это все, ну, все перевернуто вверх ногами. Библия говорит, это конец времен, это скоро пришествие Иисуса. Вот такой бардак в головах верующих и в сердцах, и в устах, и везде. Так что, ребята, все, надоело мне, смотрите все мои... Ролики про Украину, там есть все ответы. За что вам это все? Я все четко объяснил. За что вам бомбардировки? За что Путин ядерную бросит? И на Польшу, и там пол Европы Путин разнесет. Ребята, ждите. Как я всем сказал, еще не вечер. Понимаете, Путин не может войну так закончить один день и сказать, ребята, знаете что, ну ладно, извините, у нас больше этого нету. Он вытащит свой ядерный этот чемоданчик секретный и бабахнет, и все, вы понимаете, ну... Ну нельзя, не будет война заканчиваться просто какой-то такой, тогда он что, он дебилом останется перед всеми людьми, которые там на него смотрят, да, понимаете? Вот, так что не надо ля-ля, и будет бомба и вам, и за что? За ЛГБТ, за пидоросню, за татуировки, за любой грех. Библия говорит, за любой грех, вот это расплата смерти, как это на русском, да, есть стих такой, да. Вот, поэтому за грех, и в Латвию, когда придет русские, будут здесь бомбить и убивать это все. Я всем тоже, латышам, тогда буду это и кричать, ребята, вам это вот за то, что в мирное время, покажите, сколько церкви это. В Мариуполе погибло 180 тысяч человек. Они могли наполнить или одну большую церковь, или там могли быть 5 маленьких по 45 тысяч. Где эти люди? Они сейчас в гробах. А Библия говорит, в аду, да, вот, они могли быть в церквях спасенные, а они сейчас все в гробах, в аду, благодаря вот таким Романам Савочкам, Махненко и другим ребятам, ну, как-то так.